«Ажурсталь» представляет оборудование для производства сборных сэндвич-панелей. Использование сборных сэндвич-панелей ССП позволяет экономить колоссальные средства при строительстве зданий. ССП монтируется на любые типы каркасов – ЛМК, ЛСТК, железобетона и другие. Наклеим термоленту, а на фундамент положим термоизоляционные плиты. В качестве сырья используется распространенный рулонный металлопрокат, который можно приобрести в любой точке земного шара. Оборудование может работать в автоматическом режиме, прокатывая и отрезая профили заданной длины. П-образный профиль прикручивается саморезами к каркасу. Только у ССП закаточная машинка соединяет профили и делает конструкцию прочной и герметичной. Укладываем утеплитель и фиксируем пленку гидропароизоляции шляпным профилем. На него клеим термоленту. Фасадный материал крепится саморезами к шляпному профилю. Принцип и последовательность монтажа кровли аналогичны монтажу стеновых панелей. Для отделки фасада используют линейные панели, металлосайдинг, профлист, искусственный камень, металлочерепицу и многое другое. Звоните. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы.